Готовьте сигара, прорыв. Давай, сейчас будет. Сейчас все будет, ребята. В соседнем Челябинске накануне камера наблюдения домофона самоотверженно сняла лирическую сценку из наркоманской жизни в новостройке в ЖК «Молодежный», конкретно по адресу улицы Копейская, дом 1. Правда, некоторые наши коллеги явно перестарались с нагоном жути в заголовках, типа «Толпа наркоманов штурмом берет подъезд». При достаточно гипертрофированной фантазии можно, конечно, зачесть за попытку штурма пяток рывков двери, ничем не уменьшавшихся. Ну а так-то в реальности ломать никому ничего не пришлось. Этот Че, который Гевара, попросту уболтал кого-то, набрав наугад номер квартиры на домофоне, и ему гостеприимно сами же местные жители и отворили ворота. Все, спасибо. Айда, йоу! 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 Заходите в гости, ё! Да побыстрее, побыстрее! Держу, держу, братуха, давай, пойдем. Тебя-то я не брошу. Не обосрался, ё! А перед этим промеж пятерки торчков состоялся разговор, из которого скорее следует, что они попросту прочесывали подъезды, прекрасно зная, где и как закладочники оставляют наркоту. Да, конечно, сейчас бороемся. Мне кажется, тут заложено, да? За дверью, мне кажется, там где-то... Спустя 8 минут 40 секунд все пятеро покидают подъезд. При этом первый, типа Че Гевары, держит в руке что-то похожее на нечто, может, добычу, развернутую закладку. Но, по крайней мере, мы так и не увидели, чтобы кто-то из пятерых зажимал ваткой места уколов, как, опять же, нафантазировал кто-то в описании видео. Нет, мы, конечно, не отрицаем, что в этом подъезде кто-то может и колется, и сочувствуем его жителям, вынужденным сметать ватки со следами крови. С этим надо бороться. Но не стоит ради этого явно перевирать и все валить в одну кучу, как с этим видео. И да, еще... Вы там в порядке крысоловства? Разберитесь между собой. Кто это такой сердобольный, что сам, собственноручно и добровольно, запускает в ваш подъезд наркоманов без всякого штурма?